Идет хорошо, все в порядке, все игроки готовы на эту игру, и я думаю, это будет хорошая игра. Не, погода, это понятно, мы уже в ноябре, холодно очень, ну что мы можем делать, это погода, это так, мы должны играть и все. Нет, соперник хорошая команда, там, я уже сказал, я всегда скажу, что там атмосфера хорошая, там тренер хороший, там игроки тоже хорошие. Это будет сложная игра, но самое главное, это чтобы мы все точно делали, чтобы мы с победой были. Да, у меня там все друзья, знаете. Привет всех, которые в небо остались, мои друзья. Я не думаю, ну, это команда, которая за нами. Я просто думаю, Батэ, у нас один очка, мы сказали. С Батэ я думаю, если мы хорошо играем, все будет хорошо, и мы будем на второй или на третьем месте. Все.